Здравствуйте, дорогие друзья! С вами генеральный менеджер Независимой Федерации Рестлинга Михаил Никитин, и это краткий анонс предстоящего шоу. Итак, 23 мая в авангарде состоится наш регулярный чемпионат «Опасная зона» за номером 91. И вот краткий список матчей, который ждет вас на этом шоу. В первую очередь, это полуфинал командного турнира NFR. Первый полуфинал. Команда с большой буквы. Команда с большой буквы И. Main Event! Иван Марков Локомотив и Иван Громов сойдутся в противостоянии с не менее увлекательной и перспективной командой Ронни Кримсон и Сергей Белый. Второй полуфинал командного турнира NFR. Второй матч этого полуфинала. Команда «Щит и меч» встретится с командой «Надежда Америки». Ну и конечно, главное событие. Так, во-первых, так ко мне ты не подкрадывайся. Во-вторых, я надеюсь, ты не забыл главные условия своего возвращения? Нет. Не забыл? Никаких! Ну ты уже все равно услышал. По крайней мере, в моем присутствии. Я помню, все нормально. Просто я шел у тебя спросить. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем хоть какая-то смена репертуара. Отлично. Итак, 23 мая, дорогие друзья, авангард, не пропустите с прошедшими и предстоящими майскими праздниками. Вот и он сегодня устал, он весь день сегодня в микрофон кричал, он поддерживал толпу, он кричал гоу-гоу, ну а...